Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Снэп от Марвел. И у нас начался новый сезон. Так, ну для начала я, наверное... знаешь что? Ага, можно космо улучшить? Ну как можно? Если у тебя хватает кредитов. У меня в данный момент только на Iron Heart. Поэтому я, наверное, ее и прокачаю. Анимированная. Вот так вот. Плюс 3, да, мы добавляем. Ага, то есть 25 кредитов всего лишь и 5 бустеров. Допустим. Йонду хочет у нас прокачаться. Новая рамка. Новая рамка. И получаем всего лишь, по-моему, одно, да? Да, плюс 1. До таинственной карты не хватает еще одного. Ну что, друзья мои, подожди. Тут я, наверное, не забрал это бесплатно, да, кредиты. Ну да. Фух, была не была, погнали. Новая карта доступная. Это, ребята, здесь будет в новом событии Мадок, если я не путаю ничего и не ошибаюсь. Так, против Читамесси. Читамесси. Так, сбрасывает. Зашибись, ребята. Вот это ему сейчас фартануло просто, ребята. Он сбросил карту Вольфа, и она к нему прилетела обратно. Это называется западленка. Для меня. Добавляет сюда по священной карте. Ага. После третьего хода. Обломался он со звездным лордом. Ну, и чего тут? После третьего хода чего там делает? Так, сделаю. Хочу сделать так. Потом, наверное, поставлю сюда Джессику. Угу. Кто? Почему я не вижу, ребята, псайлок? А, вот она. На следующем ходу вы получаете плюс 1 к энергии. Халка разрубили. Апорт Снейп. Ну... Он получит 1 к энергии, блин. Ну это слишком, ребята, круто. На следующем ходу. Чё-то он там все рубит. О! Давай так сделаем. Блейд. Последний ход. Не знаю, ребят, что получится. Но походу тут все ясно. Итак, победа здесь за нами, ребят. Все карты он у себя уничтожал. А что, у нас новый... А, ну у нас новый сезон. Все, ребят, новый сезон начался, ну конечно же. А вот, да, ребята, Мадок, как я и говорил. Слушай, подожди, Мадок, а как нам... А, ну мы повышаться будем. Будем повышаться и после этого будем только открывать новые рубашки, новые карты. Два к силе, когда перемещается сюда. Но у меня нету карты с перемещением, поэтому мне от нее ни холодно, ни жарко. Карты на шестом ходу нельзя разыгрывать. Кейбл. Он все замешивает, все замешивает.
На этом ходу карты не раскрываются. Давай сделаем так. Хеллбастера поставим. Я надеюсь, он объединится с ртутью. Да чё ты тупишь-то, блин? Восемь, да? Восемь, двенадцать. Ну, допустим, сделает он так. Кло. Сюда, ребят, ставим кло. И последний у нас ход. Блин, я не могу ее туда поставить, почему? Давай так попробуем сделать. Ну и до свидания, парень. Goodbye. Вопрос в том, а откуда у него два дьявольских динозавра? А, ребята? Вас это не смутило? Откуда у него два дьявольских динозавра? Интересно. У него же не было дубля, чтобы разыграть, например, этот Moon Girl. Зашибись, я тебе скажу. Такими темпами, если мы пойдем. Сколько? Один? А, два балла. Так, таинственная карта, ребят, смотрим. Нова. Слушай, ну Нова хороша. Блин, хочу мод дока получить. Блин, неужели он только за донат, а? Неужели его нельзя выиграть в сезоне? Ну-ка. Так, карта получает здесь минус 2 к силе. Честно говоря, не особо хочу. А для кого? Это чисто подкол такой, да, минус 2 к силе? Или есть какие-то карты, которые с понижением силы что-то дают? Без понятия, если честно. Второго хода у меня нет пока. Есть третья, фантастическую четверку хочу сюда поставить. Здесь будет выровнено тогда, получается, по нолям. А, нет. Или да. Что-то завис, по-моему, парнишка-то. Лис. Типа отступит? Нет, смотри-ка, выставила. Ну, как ты понимаешь, у меня нет третьего хода, поэтому, ребята, я пропускаю. Так, будет раскрыто на следующем ходу. Что там? Вот оно что. Здесь у него вообще по нолям. Сюда надо будет какую-то хорошую карту. О, как. Moon Girl. Давай Хеллбастер, наверное, поставлю. Угу.
Подожди, не так. Вот так будет получше. И последний ход. Я думаю, ни для кого не секрет, что здесь надо ставить Халка. Не получится у тебя, парень, переплюнуть. И здесь тоже не получится. Ай, красиво-то как, ребята. Прям благодатушки. Да, разнесли в пух и прах. Ртуть. Да. 200 кредитов нужно, но у меня нет столько. Зато выполнил задание. Как-то тут очень долго накопления идут. Поехали далее. Мы против Джианы. Что еще за Джиана? Если вы разгрузите здесь карту, добавляет себе в руку ее копию. Я поставлю так. Чаны для клонирования. Туда надо ставить какую-нибудь нормальную карту. Белки ставить. Ну, пускай будут у него белки. Так, потасовывают скалу. Что-то мне кажется, что он через Казара будет играть. Ему скала здесь будет... Ну, что делаем? Космос ставим. Если вы разгрузите здесь карту, ее копии заполнят локацию. Я надеюсь, он не поставит сейчас какой-нибудь Казара сюда. Зачем я это сделал? Я думал, что заполнят вот здесь вот. Да, сюда ему тогда выгодно ставить какого-нибудь Казара, чтобы все заполнилось здесь. Давай так сделаем. Белки опять же белки, да? Три, давай сделаем так. И так. Интересно просто посмотреть. Ой, вот это было зря. Вот это было зря сделано. А что он делает вообще? Что он какую-то муть придумал? Я не понимаю вообще вот эту бредятину, которую он тут слепил. Это полная фигня, ребят. Ну согласись, полная бредятина, на единичках он что-то хотел. Может быть, ему что-то не выпало или как? Может, он что-то ожидал, что выпадет ему Казар там, например, или что-то. А так вообще не сыграл Джексон.
Я сразу снэп делаю. Даже не знаю, что там, но я сразу снэп делаю. После каждого хода все карты здесь получают плюс один к силе. Мантис. Это будет 7. Электро, которая не сыграла. Хавк. Бишоп. Так, добавлять что там? Джессика Джонс. Так, два. Ну давай, наверное, мы поставим сюда Джесс. Блин, как лучше сделать-то? Блин, там уже у него она подрастет, эта карта. Сделаем так. Видишь, у него бишоп, ребята, стакается при разыгрывании карты. А, он не успел ее объединить. Так, ну что, поставим клоу тогда, получается. Только при раскрытии, да? Ну, давай Халка поставлю. Восемнадцать. А у меня 30. Но мне кажется, это не сыграет, ребят. Надо было сюда ставить карты и все. Мы выигрываем. Или ничья. А, я выигрываю, да? По баллам. Чух. Нормально. Ну что еще? Поединочек. Тут что-то как-то у нас очень медленно идет именно накопление, ребят. Именно накопление, ну, опыт вот это всего. Те как-то у нас быстрее все шло. Превращает одну из других локаций на четвертом ходу. Ну давай поставим, пускай будет. Глядишь, какая-нибудь, может, нормальная локация выпадет. Второго хода, как всегда, нет. У меня двоек мало. Этот, понятно, сразу в руку тебе летит. Тройка Хеллбастера можно, в принципе, сюда поставить. Джессику можно будет поставить сюда. Ну, в зависимости от того, какие локации будут. Жди до последнего, да? Есть такие типки, которые ждут до последнего. Тот, кто побежит на этой локации, получает плюс 3 на остальные карты.
Бредятина какая-то выпала, если честно. Ну, я понял, что он здесь так. Кто это? Ультрон? С Ультроном я еще знаком не был, ребят. Так, если вы не разыгрываете здесь карты на следующем ходу, плюс 4 к силе. Поэтому на следующем ходу мы не разыгрываем с тобой никакой карты. А Ультрон создает по 4 дрона сил 1 на каждой другой локации. У него тоже был Ультрон. О, как он хорошо подчикал там. И у нас, друзья, последний ход. Вот так я сделаю. Я должен выиграть на этих локациях, друзья, во что бы то ни стало. Апокалипсис. Нет, парень, никакого тебе апокалипсиса. Он так хотел, чтобы ее разрубило. Так хотел. Мастера меча для чего он вызывал? Именно для этого. Но он рубил ему не те карты. Поэтому он продул. Так, сколько нам еще нужно тут? Непонятно, сколько нам надо-то там. Так, у меня кто-то хочет прокачаться, что ли? Старый друг. Анимированный. А почему его звать Ртуть? Кто он вообще такой? А, так тут уже, смотрите, ребята, тут уже намного больше. Раньше было по 2, видишь? А теперь-то по 4. Я думаю, чего мы так медленно получим? По 4 теперь надо, вот оно что. Что-то я не добрал, да? Ну да, 50 кредитов-то кому? Ты оставил речек, а? В общем, пока, ребят, пока колода моя рулит. Джессика Джонс мне вообще, вот, если честно, мне нравится. Из 4 становится на 8. Круто. Так, на что на эту... Понятно, нельзя перемещать. Давай сделаем так. Мантис, блин, как всегда. Чудило несчастное. После каждого хода здесь все карты получают плюс 1 к силе. А у меня нету. Он сразу взял колосса. Кто здесь имеет больше карт? Погнали. Так, теперь он здесь раскрываться не сможет. И это главное. Так, Джессика, а ты же у меня тоже раскрываться не сможешь. Точнее, ты не получишь плюс 8. А, меняет. При раскрытии постоянно. Шестнадцать.
И последний ход. Блин, это же при раскрытии. Ваш противник отступил. Вот чепушило несчастный, а. Ты посмотри. Хлебосочный. Ну, утырок, а. Не дал. Да хотя, ребят, даже если бы мы победили, что бы, да, получил там один. Warrior Betov. Ну, давай посмотрим, что за Betov. С чем ее едят. Добавляет двух рапторов, блин, ну... Ну нафига эти рапторы нужны? Вот здесь бы, конечно, бы Дедлока бы поставить. Тиш-тиш-тиш. Или лучше всего Карнейдж. Ох, Карнейдж бы тут повеселился бы от души. Что там у нас? Так, берете две карты. Берете две карты. Опа, Лизард. А здесь нельзя... Ну, понятно. Слабаки какие-то стоят у меня здесь. 2 и 2. А тут... так, минус здесь у противника есть 4 карты здесь. Я груд. Че, Джессику Джонс ставлю сюда. Джессику Джонс 2 и 3, да? Лизард у него должен быть в обломе. Апокалипсис. Он возвращается к нему, все возвращается. Куда он его там хочет воткнуть? Я не знаю, ребят. Последний ход. Но сюда он уже ни у кого не воткнет, получается, так ведь? 15. 3 и 3 и 3. Давай смотреть, куда он своего... Ха, ты чмошник, а! Чепушило! Вшивый, а! Ты посмотри! Ты посмотри, что вытворяет, а! Сыкунишки взяли моду отступать в последний раз... Блин! Паршивцы, блин! Так мы так будем с тобой до второго пришествия добираться на высшую лигу. Понимаешь, о чем речь? Просто мы запаримся с тобой... Ползти наверх. Здесь нельзя уничтожить карты. Меня как-то это не особо радует, что нельзя уничтожить. Это вот Карнейджем, вот это да, чтобы он тут не смог никого бомбануть. Это круто было бы. Один к энергии на этом ходу. Всем, да? Сразу забьем две луки. По двоечек поставим. Угу. Такой же. Думает, такой умный. Так, добавляет сюда покрытие после третьего хода. Я пропускаю ход. Посмотрим, кого такие забросить сюда. Халка бы кинул, было бы нормально.
Ну, это совсем не в тему, ребят. Чего? Вот видишь, вот в каком случае у меня может два динозавра быть? Сейчас мы ему картишек-то все испортим здесь. Нет, никаких Hulk Smash. Hulk Smash, блин. Сосунище. Hulk Smash. Вот где Hulk Smash-то, ё-моё. Вот где. Вот это Hulk Smash. Замечательно. Ну что, ребята, давайте последний поединочек на сегодня сыграем и будем закругляться. Сайзирдо. Прям как Сабзирдо. Оу, второй ход есть. Так, если вы разыгрываете здесь карту, добавляйте к себе ее копию. Конечно же, здесь надо разыгрывать хорошую карту, чтобы получить копию. Я вот думаю, может быть, все-таки взять к себе ведьму алую, чтобы уничтожать вот такие вот локации халявные. Гамору мне подсунули. Ну, вот Гамору. Так, если противник разыграл здесь карту, так, плюс 5 к силе. Какую копию он берет? Медузы. При раскрытии, да? Звездный лорд в трубу улетел. Вот какую надо копию брать. Копию Джессики Джонс. Да хорош. Так, ну мы-то получим тоже 8. Так, стоп. Постоянно, да? Подожди, а это ход последний был, да? Да нет, не может быть последним. Последний будет следующим. Вот как он сделал, да? Ну что, ребята? И все? И должна победа быть за нами. Хотя, если он сюда сейчас... Блин. Зря я радуюсь, ребят. Что за карта? Один. Проиграл. Хотя... А, ребят, здесь ничья была. Видимо, если у кого ничья, тут считается, знаешь что? Тут считаются баллы. У него 36, а у нас 36. Значит, мы оба победили. Скорее всего, так. Каждому присудили победу. Если и не так, друзья мои, можете написать об этом в комментарии. Ну что, а на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.